Всем привет, меня зовут Юля, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас видео о покупках. Я, как обычно, собрала в корзиночку все, что я приобрела, чтобы вы сразу могли оценить весь масштаб того, что нам сейчас предстоит разобрать. И, как обычно, я сейчас это убираю отсюда и буду доставать постепенно, по очереди. И давайте по традиции начнем с палеток теней. Начнем с Шарлотты. Конечно же, приобрела Шарлотту Тилбери. А от этой палетки отсвечивает кольцо. Как бы ее так повернуть, чтобы не отсвечивало. Упаковка, конечно, это отдельный вид искусства. Это потрясающе сделанная вещь. Действительно, когда ты ее держишь в руках, это прям люкс. Она, несмотря на то, что это палетка на 9 оттенков, палетка действительно не маленькая. Вот можете сразу сравнить с моей рукой. Из нее уже выпал листочек. Здесь на внутреннем вкладыше подписаны все названия оттенков. Он тоже отсвечивает, так что его я просто уберу сейчас отсюда. И, соответственно, вот так палетка выглядит внутри. Она уже заляпанная немножечко. Я уже на самом деле даже сняла на нее обзор. Несколько макияжей сделала с ней. И осталось только это обработать. Так что, наверное, на следующей неделе я постараюсь выложить видео с этой палеткой. Как обычно, сделаем парочку сводчей. Ну, матовые, конечно, здесь, да, я и взяла эту палетку исключительно из-за матовых оттенков. Да, как ни странно. Если вы часто меня смотрите, то вы знаете, что я обычно люблю разные виды сияшек. И, как ни странно, да, взяла эту палетку исключительно из-за матовых оттенков. Они классные. Вот прям такой супер-мега-спойлер. Мне понравились матовые оттенки в этой палетке. Ну, давайте. В этой палетке не только матовые есть. Давайте еще и пару блестящих оттенков засводчим. Не знаю, скажите, это только мне? Эта палетка своим вайбом напоминает палетку Анастасии Космос. Взяла эту палетку я исключительно в Черную пятницу, когда на нее были скидки. Но поподробнее об этой палетке я расскажу уже в отдельном видео. Переходим дальше к следующей палетке. Pretty Grange, грязненькая уже, запачканная, заляпанная. Pretty Grange, Huda Beauty. Ну, да, здесь тоже все отсвечивает в этой надписи. Оформление, конечно, замечательное. Но с этой палеткой я много макияжей пока что не делала. Вот она так выглядит внутри. Эту палетку я тоже заказывала в Черную пятницу со скидками. Да, пришли мне эти палетки где-то в середине января. Но показываю я их только сейчас, потому что я ждала, пока ко мне придет все остальное, когда покупок наберется побольше, чтобы все-таки не только палетки вам показывать. Этой палеткой я, в принципе, пока что особо сильно не красилась, пока ее не тестировала. Но сделала, да, парочку макияжей, как видите, несколько сводчей сделала. Сейчас мы с вами тоже сделаем несколько сводчей. Пришла палетка ко мне с вот этим разбитым рефилом. Байер заранее предупредил, что вот этот рефил пришел разбитый. Мне еще сделали скидку из-за этого. Я покупала палетку у Полины. Она заклеила этот рефил. И все ко мне пришло, в принципе, в целости и сохранности. В принципе, ничего страшного, если особо не трясти палеткой, нормально. По первому взгляду, смотря на эту палетку, вот мне она прям нравится. Мне нравится ее внешний вид, мне нравятся оттенки, которые здесь, хотя вроде бы казалось, что здесь все такое, ну, более-менее стандартное, ничего такого сверхъестественного вроде как бы нет. Около нюдовые оттенки, около повседневные, ну, да, с этой стороны они такие более темные, гранжевые, с этой стороны более что-то такое повседневное, нейтральное. Но, тем не менее, знаете, мне вот нравится такая цветовая история. Не оставляет меня равнодушной эта палетка. Тоже в ближайшее время собираюсь снимать на нее обзор. Сделаю несколько макияжей с этой палеткой. Вот лежит у меня к ней душа.
почему так долго не снимала вот это видео, я ждала, что ко мне приедет еще одна палетка. Я вот прям до сих пор жду эту палетку. Заказала еще ее перед Новым годом, в середине декабря. Это WhatsApp Beauty Dragon Eye. Я думаю, что уже многие слышали об этой палетке. А Байер обещал, что привезут эту палетку в течение 6 недель, но как-то вот, знаете, уже конец февраля, а палетка все еще не приехала. Я все ждала, но, видимо, я никак не дождусь, что эта палетка ко мне приедет, поэтому я уже села снимать это видео. А, видимо, та палетка уже пойдет либо видео со следующими покупками, либо я ее просто отдельно покажу на канале в Телеграме. Точно так же я показывала, что ко мне пришла и вот эта палетка. Ansley Raine Flower Moon. Да, это не новинка, это уже старая палетка. Но, тем не менее, она не менее красивая. Она... Так, у меня здесь еще также вкладыш остался, его тоже уберем. И эта палетка, конечно же, с зелеными оттенками. Потрясающая просто красота палетка. Мне показалось, что это палетка прям к весне. Очень красивая весенняя палетка. Заказывала я ее, конечно же, еще в середине осени. И я так и предполагала, что эта палетка придет где-то ближе к весне. И, как я и предполагала, на весну будет замечательно. Так что вот у нас такая красота. Тоже буду снимать обзор. Эту палетку я уже, конечно, потыкала. Давайте с вами также сделаем несколько свотчей. Я не сказала бы, что вот прям по первому впечатлению я очень сильно довольна этой палеткой, потому что мне кажется, что я ожидала большего. Многие оттенки на полупрозрачной базе. На видео все это переливается очень здорово и очень красиво. Давайте сейчас сделаем также несколько свотчей вот здесь. На видео это просто невероятно. Это потрясающе. Но в жизни мне кажется, что мне хотелось бы чуть более плотного цвета. Но это, наверное, просто, знаете, лично мои ожидания были какие-то такие. В принципе, я просто как-то ожидала от палетки за такие деньги, что это прям будет вау. А здесь, ну, вроде бы и вау, но не настолько вау, как предполагала. А знаете, я говорю, что это не вау, но да, я на свотчах сама вижу, что это реально круто. Не все оттенки мне прям понравились из этой палетки. То есть вот, например, вот этот оттенок, он какой-то такой вот сильно жирный. У него текстура, вот здесь, наверное, даже видно по этим оттенкам, что у некоторых рефилов текстура такая более жирненькая, скажем так, больше какими-то хлопьями отдельными. И вот эти оттенки мне нравятся меньше, потому что они наносятся более жирно на глаза, чем хотелось бы. То есть их нужно наносить очень аккуратненько, растирать. А вот все остальные оттенки, в принципе, наносятся очень хорошо и легко. Но и, собственно говоря, те оттенки, которые наносятся более легко и вуально, они все-таки и действительно более вуальные, более легкие и чуть более прозрачные. Да, хоть я и говорю, что ожидала большего, но все равно я в восторге от этой палетки. Не знаю, как так оно получается, как у меня оно так работает. Какое-то мое личное странное восприятие, что та палетка, на которую я больше всего возлагаю надежды, мне кажется, изначально по фотографиям каким-то в интернете, что прям все это мое, что мне прям будет очень нравиться, вот какие-то прям очень сильно завышенные ожидания. И потом я не то чтобы разочаровываюсь, но отношусь к этой палетке довольно ровно и нейтрально. Нравится, нравится, есть и хорошо, но не так, чтобы вау. А вот, например, палетка Pretty Grange, как ни странно, вроде бы нормальная, стандартная палетка, нейтральная, я бы так сказала, ничего в ней такого особенного, возможно, и нет, но мне вот лично она прям запала в сердечко очень сильно. Мне она понравилась, я не знаю почему, больше всех остальных. Вот такая я странная.
Дальше к следующей палетке поехали. Это последняя палетка, которую я сейчас покажу. Палетка Too Faced. Последняя их палетка, которая вышла осенью. Честно, хотела скипнуть эту палетку и не покупать ее, потому что все-таки, скажем так, Too Faced нормальные палетки, но не за те деньги, которые сейчас за нее просят. Я бы ее вообще не брала, на самом деле, если бы она по скидке не стоила 3500. Вот за 3500 я сказала, давайте, беру. На что еще хочется обратить внимание, почему еще не хотела покупать палетку Too Faced, потому что они все разные. Это палетка в картоне. Я понимаю, что у меня были предыдущие весенние запуски палеток, которые узенькие, они тоже были в картоне. Но все остальные палетки у Too Faced на 18 оттенков, они уже были выполнены такие, ну, под металл, в какой-то такой жестяной коробочке. И также летняя палетка, которую я брала, Italian Spritz, она тоже была вот в этой жестяной коробочке. И брать, в принципе, палетку ради того, чтобы была коллекция, это одно. Но здесь даже как бы и не коллекция получается, потому что не формат. Не такая же упаковка, как и на предыдущей палетке. Но, собственно говоря, вот она. Я ее взяла, потому что не ради коллекции, а потому что она была, собственно говоря, не очень дорогая. Здесь, как обычно, у нас есть зеркало. Как обычно, тут с каким-то рисуночком, там какой-то десертик на вилке. И вот такая цветовая история у нас здесь. Точно так же, как и палетка Pretty Grange, на меня произвела очень положительное впечатление по своему внешнему виду. Наверное, именно я имею в виду не само оформление палетки сейчас, а именно сами рефилы, сами оттенки. Вот это цветовая история. Моему глазу очень приятно видеть вот такие оттенки. Симпатичные, но по первому впечатлению, конечно, очень классненько. И здесь есть несколько блестящих оттенков, которые симпатичные, но на самом деле не более того. Это скорее такая обычная повседневная история. Ну да, здесь есть темные оттенки, что-то тоже такое же гранжевое, но по сути здесь нет каких-то ультрасияющих, сверкающих оттенков, нет каких-то дуохромов, здесь ничего от сияшек ожидать сверхъестественного не стоит. Просто обычные классические сатины, металлики, просто нормальная рабочая палетка. И, конечно же, если здесь прям всматриваться, у нас еще вроде бы несколько цветовых историй, вроде бы здесь есть и вот эти зеленые, фиолетовые, и розовые какие-то оттенки, и коричневые, но по сути у нас здесь из матовых только несколько вот этих коричневых оттенков и зеленый. То есть матовые у нас коричневые разной теплоты, чуть более холодные, чуть более теплые, и зеленый оливковый вот этот оттенок, и собственно говоря, все. Мне как будто бы не хватает здесь еще какого-то бордового или розового матового оттенка. Но зато у нас здесь зачем-то есть два вот этих светлых оттенка, которые, ну, откровенно говоря, не самые пигментированные даже. Вот этот вообще непонятно, то ли он матовый с блестками, то ли он все-таки какой-то блестящий. Пока что не особо его тестировал. Вот этот какой-то сатинчик такой полупрозрачный, топерный. У нас здесь уже негде это все сводчить. Вот как-то так. Давайте, наверное, вот сюда куда-то перейдем, на эту сторону руки уже будем переходить. А что еще? Мне по первому тесту понравился вот этот оттенок. В отличие от многих фиолетовых, сиреневых оттенков, которые обычно попадаются в палетках Too Faced, здесь какая-то пигментация присутствует. На глазах, понятное дело, я пока еще не пробовала. Но если вспомнить предыдущие палетки Too Faced, то у сиреневых оттенков пигментация такая полупрозрачная, топерная. Это уже что-то поярче. А так, из того, что вот, в принципе, ну давайте сделаем несколько. Я не думаю, что здесь есть смысл какой-то матовые оттенки нам с вами сводчить, потому что они, в принципе, вот вы видите, стандартные, да? А вот блестящие оттенки какие-то.
Ну, то есть, сами видите, в принципе, нормально, но ничего такого прям сверхъестественного. Можем сделать еще пару сводчей. Я зеленый не посвочил, давайте еще и матовый посвочим. Ну, да, решила я все-таки сделать побольше сводчей. Вот они. Вроде симпатично, но ничего такого сверхъестественного все-таки нет. А, давайте сюда положим, да? Как-то так будет более-менее адекватно здесь лежать. В принципе, да, тоже собираюсь сделать обзор на эту палетку. Если кому-то интересно, напишите мне, потому что, в принципе, я не особо собираюсь торопиться обзор делать на нее. Но если кому-то интересно, обязательно напишите. Тогда я потороплюсь. Переходим дальше. Палетки, в принципе, закончились, но у меня дальше остались однушки Shelby Makeup. Если помните, эту однушку я уже показывала в прошлый раз, в прошлых своих покупках. Я говорила, что я заказывала две однушки, но пришла мне одна. Вторую однушку мне сказали, что мне отправят. И мне действительно ее отправили. Когда я написала в техподдержку, мне действительно отправили вторую однушку. И вот она пришла. Вот так они выглядят. Давайте я сделаю, в принципе, сводчи на обе эти однушки. Вот как ни странно, смотрите. Я чему удивилась прям, да, что на одной однушке вот такая крышечка, а на другой крышечка со стразами. Непонятно, почему такая разница. Ну, допустим. Ну, еще к тому же, видите, вот здесь, как на этой зеленой однушечке, есть такой рельеф, а это такая более гладенькая. Оттенки вот здесь, наверное, где-то написаны. В принципе, я могу прочитать. Здесь у нас Lingerie Hut и Waterfall. И вот так они выглядят. Жирненькие, хорошенькие, красивенькие однушки. Прям реально жирненькие такие. Так, вот они. Ну да, действительно жирненькие. Я к тому же сейчас их очень жирненько набрала на палец. Все-таки на глаза их нужно набирать поменьше, поаккуратнее, иначе так жирненько и будет. Но такой момент интересный. Вот этот оттенок Waterfall, он как будто бы даже не столько зеленый, а как вот он в рефиле, да, вот такой он салатовый, но на глазах он прям выглядит каким-то оранжевым. Там очень много оранжевых искорок, и скорее он, в принципе, издалека выглядит больше оранжевым, чем зеленым. Но не часто я пользуюсь этими оттенками. Вот не буду я часто пользоваться этими оттенками, не потому что они плохие, а потому что я, в принципе, не очень люблю однушки. Да, я их взяла. Я не знаю, зачем я их взяла. Потому что понравились, потому что захотелось попробовать. А так, в принципе, неплохие тенюшки. И дальше на этом у нас тени закончились. Наконец-то мы закончили с тенями. Я брала палетку Pat McGrath. Это палетка тройка для лица. Трио с бронзером, румяном и хайлайтером. Палетку приобретала в Ile de Botte. Применился промокод на минус 2000. Вот за 4000, в принципе, нормальная цена для этой палетки. Вот здесь написана информация по поводу этой палетки. Это палетка, которая самая светлая. У Pat McGrath вышла вот эта палетка в трех разных вариантах. Со светлыми оттенками, со средними оттенками и с более темными оттенками. Вот это, насколько я понимаю, самая светлая палетка. Чему я очень рада, что именно светлую палетку к нам привезли. Ее я и хотела заказать. Конечно, я собиралась заказывать ее через Байеров, но очень хорошо, что привезли ее к нам. Сейчас сделаем сводчи прямо всех этих оттенков. У меня на руках все еще остались блестки. Как мне красиво ее тут расположить. Никак она красиво тут не располагается. Однушки друг от друга отскакивают, поэтому мы их соберем. Пусть оно лежит так. И дальше. Как вы знаете, я не часто покупаю себе, в принципе, румяна, бронзеры и хайлайтеры. Хайлайтеры вообще не помню, когда последний раз покупала. Ну вот поэтому я и решила взять сразу трио, чтобы было все в одной палетке.
нравится, что это действительно светленькие оттенки, что этот бронзер на мне не сильно рыжит. Просто нормальный золотистый такой небольшой загарный оттеночек. Румяна тоже очень приятного оттенка. В принципе, палетка такая очень даже универсальная и неплохая. Но, опять же, если учитывать, что я не особо люблю румяна. Вы же знаете, мне почему-то кажется всегда, что на мне все румяна выглядят как-то инородно. Но тут даже я могу оценить, что выглядит это все очень даже миленько. Я еще одни румяна взяла. Beauty Drugs увидела в Литуаль. Просто выбирала себе какие-то румяшки. Мне понравился оттенок Beauty Drugs. Он казался мне на фотографиях таким светленьким персиковым. А когда я его получила, это я не сказала, это оттенок Amaretto. А когда я его получила, он оказался таким довольно ярко-розовым. И я такого, ну, честно, не ожидала. Я думала, что, судя по фотографиям, он будет намного светлее. В принципе, это симпатичный оттенок, просто ожидала немножечко не совсем такого. Я их только недавно получила и не пользовалась ими. У меня еще есть консилер. Консилер взяла Наташа Динона, тоже то, что появилось в Иль де Ботте. На мне обычно все консилеры выглядят какими-то темными, яркими, желтыми, розовыми, не знаю, персиковыми, но не в цвет моей кожи. Мне почему-то казалось, что вот мне наверняка нужен оттенок RN1. Вот он, RN1. И оказалось, что этот оттенок намного светлее, чем цвет моей кожи. Вот прям караул реально. Пользоваться этим, к сожалению, я не смогу, потому что он очень светлый, он прям просто выбеливающий, он даже на мне, на моей светлой коже, этот оттенок прям практически белый. И я сейчас его вам покажу, но сразу скажу, что в довесок потом к этому оттенку я докупила аджастер розовый Manly Pro. Я его сразу сюда положу, и я его, честно, сразу добавила прям в эту коробочку, прям в этот тюбик с консилером. Да, может быть, так и не надо было поступать, но я сильно расстроилась. Расстроилась то, что он не дешевый, расстроилась то, что мне цвет не подходит. Поэтому все равно, как бы, куда деваться, все равно консилер мой, все равно никому я его продавать, перепродавать не собираюсь. Так что цвет я вам сейчас покажу, но этот цвет уже с добавлением аджастера. Вот такой оттенок. И это при том, что здесь уже просто действительно очень много аджастера. Как вы видите, он все равно остается довольно светлым. А я не знаю, сколько здесь нужно добавлять аджастера, чтобы это получилось более-менее адекватный оттенок для меня. Но знаете, что если вам нужен какой-то очень светлый консилер, то это прям светлый. Давайте перейдем дальше к гелям для укладки бровей. Сразу давайте покажу. Взяла 3 геля для укладки бровей. В последнее время все говорят о геле для укладки бровей Bicolor Capsule, что он очень хороший. Конечно же, я прям загорелась, мне он прям нужен был. Недавно появился в золотом яблоке, я его сразу же ухватила. Я давайте покажу. Внутри вот такая вот небольшая щеточка тоненькая. Ей удобно укладывать брови. Не скажу, что прям этот гель для укладки бровей прям какой-то супер-мега-классный, но на моих бровях, в принципе, все гели не особо классные. В принципе, этот гель фиксирует брови, он их держит, но если им переборщить, то на бровях может получаться белый налет. Это вот единственный такой минус. Дальше взяла гель для укладки бровей. Для волос, для бровей, в общем, что-то такое. Это какой-то бренд GIS, брала в подружке. У меня был уже гель для укладки бровей Schwarzkopf. Вот он мне понравился. Там гель для укладки, тоже гель для укладки волос, в принципе, он. Но брови он укладывает очень хорошо, прям вот шикарно. Я думала, что это раз для укладки волос в том числе, то, наверное, брови будет фиксировать хорошо, но, как оказалось, это просто водичка, и она просто никак не фиксирует у меня брови. Абсолютно никак. А вообще никак просто. Просто как будто бы водичкой мажешь, и все. Так что я здесь просто ничего говорить не буду больше об этом геле. Я думаю, что я его
Возможно, еще попробую потестировать, но, скорее всего, я просто заброшу и забуду, как страшный сон. Дальше. Взяла гель для укладки бровей от Beauty Drax. Ну, собственно говоря, раз брала в ритуале румяшки Beauty Drax, я выбирала себе также и гель. Увидела, что есть у Beauty Drax гель с эффектом ламинирования вроде как бы. Ну, взяла на пробу. Вдруг будет хорошо. Здесь вот такая вот у него щеточка. Ну, в принципе, тоже неплохо. Не сказала бы, что он прям какой-то особо классный на самом-то деле. В принципе, брови он фиксирует. Опять же, мои брови сложно приподнять, в принципе, пока я не сделаю ламинирование бровей. С моими бровями, в принципе, справиться очень сложно любому гелю. И этот гель не исключение, он не стал каким-то сверхъестественным, волшебным. Он просто обычный гель для укладки бровей. Он сначала на бровях как будто водичка наносится. Я уже думала, что он вообще ничего не делает, потому что первое время, когда я его нанесла, он на бровях выглядел практически вот как предыдущий вот этот гель, то есть просто водичкой наносился. Но через некоторое время он зафиксировался, я почувствовала, что брови, да, зафиксированы. Сверху я прошлась еще несколько раз этим же гелем, и, в принципе, брови фиксируются. Да, как ни странно, брови зафиксировались, и белого налета не было. Но я, в принципе, пользовалась этим гелем только один раз. Я думаю, что если я сделаю ламинирование бровей, то этот гель мне, скорее всего, понравится. Он будет, скорее всего, хорошо держать брови. Но, опять же, это пока что мои только догадки, потому что пользовалась я им один раз. В принципе, по первому полету неплохо. Но буду еще тестировать. Дальше. Я взяла несколько тушей для ресничек. У меня тоже загорелось в этом месяце. Просто моя тушь, которой я пользовалась всю зиму, Клиник, она закончилась. И я хотела ей взять что-то на смену. Мне хочется тушь, которая будет давать прям супер-мега-объем, мега-драму, чтобы ресницы были как будто нарощенные. И поэтому я взяла вот несколько тушей на пробу. Вот эти все туши. Точнее, взяла я только 3 туши, а вот эту мне Байер положила в подарок. С нее и начнем. Huda Beauty. Называется тушь One Coat Wow. Не знаю, как насчет Wow. В принципе, неплохо. Я ее тоже покажу в видео. Здесь вот такая вот щеточка. Если обратите внимание, щеточка не одинаковая с разных сторон. Вот когда ее поворачиваешь, щетинки немножечко с разных сторон, щетинки по-разному располагаются. В принципе, неплохая тушь. Даже для миниатюры такой ей довольно удобно прокрашивать реснички. Да, реснички получаются объемные, удлиненные. Все, в принципе, неплохо. Но единственное, что с учетом того, что щетинки на щеточке располагаются неоднородно, то сложно прокрасить оба глаза одинаковыми сделать. Всегда у меня получается на одном глазу чуть более длинные ресницы, на другом чуть более объемные. Не знаю, пока что я не могу как-то привыкнуть к этой щеточке, к использованию ее. Но, в принципе, по своему эффекту она мне понравилась. Неплохо, очень даже неплохо. Прям спасибо Полине за то, что она мне это положила. Дальше, что я приобрела? Приобрела вот такую тушь от Деваш. Она у меня какая-то вся заляпанная уже в чем-то, не знаю в чем. Хотя я ей пользовалась только один раз, но она у меня лежала здесь. Видимо, какой-то клей. Я, видимо, отрывала что-то, какую-то этикетку с нее, и вот она все осталась заляпанной. Значит, внутри у нас вот такая щеточка. Здесь тоже у нас как-то не одинаково располагаются щетинки. Где-то больше, где-то меньше. Тушь, я даже не помню, что здесь такое. По-моему, она объемная тушь, да, а густые ресницы одним взмахом. Что нам здесь обещают, я даже не помню, если честно. Baby Doll. Какой-то кукольный взгляд должен быть с этой тушью. Ну, не знаю. Я ей воспользовалась пока что только один раз. Накрасила один глаз, так сказать, этой тушью. Второй глаз накрасила тушью Huda Beauty. Муж сказал, что лучше смотрится тот глаз, где Huda Beauty. Что там тушь более черная, чем вот эта. Эффекта вау она у меня не вызвала пока что. Дальше. Взяла тушь Наш Алиари. Долго выбирала. Про эту тушь что-то хорошее говорила Дарья Кривда. Я не уверена, как правильно читается название этого бренда. Так что не обижайтесь, если
вдруг вам кажется, что я как-то не так его говорю. Здесь вот такая щеточка. Вроде как тушь должна была быть объемная, придавать изгиб ресничкам. Честно, я пока что не особо ее тестировала. Так же, как и тушь от Divash, эта тушь пока что лежит и ждет своего часа. Да, в принципе, кстати, реснички чуть более изогнутыми становятся. Это да, это я обратила на это внимание. Но, опять же, эффекта вау, эффекта какого-то невероятного объема с этой тушью не было. Но при этом и не было никаких комочков. Она просто нормально прокрасила реснички и придала им небольшой изгиб. И также взяла тушь Bicolor. Если вы помните, я в прошлый раз показывала, что я брала белую тушь, и она мне понравилась. Белая тушь прям действительно придавала эффект объема, удлинения, прям с ней было все и сразу. И к тому же она смывалась теплой водой. Здесь тоже самое, в принципе, заявлено было. В продаже есть несколько тушей от Bicolor, вот таких в синих упаковках, в синих тюбиках. Один вот такой вот кругленький, а второй более квадратный. Наверное, надо было брать более квадратный, потому что там кисточка была более похожа на ту, которая в белой туши. А здесь такая обычная щеточка. В принципе, там и там силиконовые щеточки, просто форма немножечко другая. Неплохая тушь, тоже она придает и объем, и удлинение. Она довольно черная, хорошая, то есть хорошо прокрашивает реснички. Единственное, что мне все равно кажется, что белая тушь как-то прям больше объема придает, больше удлинения. Вот прям там реально вау было. А в этой туши, ну, обычная. Теперь перейдем к помадам. Еще месяц назад взяла вот такую палетку с помадами от Анастасии Воеводиной. Грязненькая уже, запачканная, заляпанная. Ох! Вот просто она месяц лежала. Я ей пару раз накрасилась, вот потыкалась, сделала несколько сводчиков. Конечно же, пробовала все эти оттенки. Но, по сути, эта палетка лежала у меня месяц, просто закрытая в коробочке. И, как вы видите, прям какая-то она выглядит. И на камере, и да реально в жизни она выглядит какой-то супер-мега-жирной сейчас. Как будто бы она подтаяла. Ну... На ощупь тоже она, как будто она вспотела. Сняла верхний слой. В принципе, дальше там уже нормальная текстура. Вот если прям дальше набирать оттенки, то да, дальше уже обычная нормальная текстура. Хочется теперь ее сверху, знаете, типа вот эту всю лишнюю влагу просто протереть. Я те же самые оттенки набрала, не знаю, зачем, можно было набрать и другие. Наверное, хотела просто показать вам, что текстура стала более-менее стандартной, нормальной. Сейчас открыла ее в первый раз за долгое время с вами и сама удивилась. Вроде такие нейтрально-коричневые оттенки, но нет, на самом деле на губах они выглядят примерно одинаково, и практически все они в какую-то рыжину уходят. Возможно, если я соберусь, все-таки сделаю все сводчи на губах, сделаю шортс. Неоднозначные впечатления по поводу этой палетки, конечно. Даже не потому, что здесь оттенки все примерно похожие. Да, их можно и смешивать друг с другом. В принципе, получаются неплохие варианты. Но они как будто бы, знаете, исчезают с губ. Вот ты наносишь их на губы, и в первое время получается, что такой какой-то эффект создается, что как будто что-то чужеродное лежит на губах. Какой-то цвет получается довольно странный. И вроде бы это даже не нравится, но через минут 5 помада впитывается в губы и создается эффект, как будто это прям свои губы не накрашенные, а вот с таким оттенком. Да, довольно симпатично это выглядит, но, к сожалению, не очень долговечно это на губах, не очень долго сохраняется. Еще как минус все-таки к такому формату, это то, что ты ее не возьмешь особо никуда с собой. Это все-таки такой домашний вариант, потому что где-то подправлять в случае чего нужно отдельную кисточку иметь, потому что так пальчиком все-таки на улице где-то не гигиенично будет туда влезать. Не особо удобно. Сюда, возможно, не хватает еще какой-то кисточки travel формата, вот чтобы прям куда-то сюда можно было ее тоже положить. С другой стороны, кисточку все равно нужно было бы мыть. Футляр такой довольно стильный, кстати. Вот это
вот эта гравировка на нем, вот очень красиво, очень стильно это выглядит. Это прям 10 из 10. Оформление просто офигенное. И дальше у меня есть два карандаша от Inglot. Это помада в форме карандаша. Я сначала приобрела оттенок Rose Chocolate, потом мне эта помада понравилась, и я приобрела оттенок 62 Pale Raspberry. А тот оттенок, который мне понравился больше всего, это такой шоколадный оттенок. Действительно, он называется Rose Chocolate. Он действительно такой розово-шоколадный оттенок. На губах он выглядит практически как будто мои губы, только чуть-чуть поярче. Очень красивый, очень аккуратно выглядит, комфортный. Финиш у него получается такой натуральный. Он и не сатиновый, но и не наглухо матовый. Он как будто бы такой натуральный. Комфортно, губы не сушит. Мне такое нравится. И поэтому я взяла второй оттенок. Думала, что мне тоже это понравится, но все-таки вот этот оттенок Pale Raspberry, ну все-таки для меня, наверное, просто не мой вариант, слишком розовый для меня. Но, в принципе, если растушевать, если наносить не плотным слоем, а просто растушевывать пальчиком, получаются губы с таким розовым оттенком, ну, тоже симпатично, в принципе. Мне на самом деле нравятся вот такие варианты помады в форме карандаша, когда это удобно взять с собой, положить в сумку и где-то использовать, что тебе не нужно с собой носить карандаш, у тебя, в принципе, здесь получается два в одном. Кстати, не сказала, здесь на обороте, на попке есть еще встроенная вот такая точилка. В случае, если вам все-таки нужно прорисовать четкий контур губ, а я люблю обычно растушеванный контур губ. Надеюсь, это видео было для вас интересным. Не забывайте подписываться на канал. Также не забывайте подписываться на телеграм-канал. Ссылка будет внизу в описании. Мы с вами теперь увидимся в следующем видео. Всем удачи и пока!